классе две школьные команды Одинцовского округа приняли участие во втором фестивале волейбола. В этих школах введен дополнительный волейбольный урок физкультуры. Ребята пришли подготовленными. Кубок за первое место – главный стимул для спортсменов. Во-первых, это очень такое важное мероприятие с точки зрения получения навыков. Это раз. Во-вторых, дети смотрят на то, как выполняют какие-то игровые действия другие спортсмены. Помимо школьников, сегодня принимают участие также спортсмены училища Олимпийского резерва, которые уже достаточно хорошо владеют волейболом. Мы надеемся, что, побывав на нашем фестивале и празднике, дети окунутся в данный вид спорта с головой. Вадим уверен, волейбол – это не просто спорт, это сама душа. Уже третий год играет. Теперь пришел проверить свои силы на серьезном соревновании. Много игр сыграли, много выиграли, много проиграли. Так что все равно. И мне сегодня очень день очень понравился. После напряженного соревнования – торжественное награждение. Победителем второго фестиваля волейбола стала команда Одинцовской гимназии номер 4. Арина уверена, поддержка – залог победы. Если у кого-то какая-то ошибка или что-то такое, мы видим то, что он расстроился, как бы мы не виним его, а поддерживаем его. Наверное, это самое главное, что только может быть. Потому что обычно, когда ты расстроен и еще что-то, тебе не очень хочется играть, а когда ты видишь то, что на тебя надеются, ты начинаешь что-то делать. Увлекательная игра не оставила прохожих равнодушными. Для них организовали любительский турнир по пляжному волейболу. Фотозона, чтобы сохранить воспоминания о красочном фестивале до следующего года. Эмилия Ракелян, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».